В Севастополе на Пасху по улице Древней ограничат движение общественного транспорта в период с 20:30 23 апреля и до завершения праздничных мероприятий 24 апреля. Проезд будет запрещен для всех автомобилей, кроме автобусов и экстренных спецслужб. Пропускать личный транспорт будут по мере освобождения мест для парковки. Также на время проведения праздничных мероприятий троллейбусы номер 7, 9, 10 и 12, а также автобусы номер 3 и 103 будут ходить с 21 часа 23 апреля до 6 утра 24 апреля. Кроме того, в субботу с 9 часов вечера и до окончания ночного пасхального богослужения во Владимирском соборе с остановки ЦУМ будет организован бесплатный подвоз к Херсонесской площади.